Кафе «Цитадель» появилось на месте столовой номер 18 Брестской крепости еще после распада СССР и с тех пор держит марку и пользуется популярностью у гостей и жителей города. А вот подъездные пути к пункту питания и отдыха за время его существования изрядно износились и оставляли желать лучшего. Эту проблему было решено исправить незамедлительно. В крепости все дороги, они асфальтобетонное покрытие было заменено еще в прошлом году и ранее. То есть остался вот этот один участок, который асфальтобетон еще лежит с момента строительства крепости. Поэтому он уже разрушение просто критические. И было принято здесь решение, значит, обновить здесь все. Комплекс работ была включена замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, а также замена дорожных бордюров на территории в 2000 квадратных метров. К процессу подключились и специалисты предприятия «Коммунальник», которые произвели озеленение по периметру участка. Кроме того, было решено демонтировать старые пешеходные дорожки перед входом в здание и заменить их современной тротуарной плиткой. На данный момент происходит снятие растительного грунта с последующим потом устройством основания под мелкоштучную плитку. Работы ведутся в Брестской крепости довольно-таки активно, чтобы успеть к дате 22 июля, чтобы все было закончено. Денежные средства на финансирование ремонта и благоустройства были выделены горисполкомом. Однако надо отдать должное хозяевам кафе, которые не поскупились и внесли свою денежную лепту, чтобы привести прилегающую территорию в надлежащий вид. Теперь доехать или дойти до кафе или просто прогуляться в его окрестностях посетителям и туристам будет гораздо проще и комфортнее.